Всем привет! С вами Андрей Котенко. В этом видео я хочу вам показать весь процесс регенерации трафаретной печатной формы в домашних условиях. Так, вот эту батарею мне рамочек сегодня нужно промыть. Что нам нужно? Сейчас давайте пройдем по порядку. Так, для регенерации нам обязательно понадобится мойка высокого давления. Химия. Так, для удаления краски мы будем использовать смывку типа 6 в синей канистре. Так, далее у нас идет это отслаиватель эмульсии, который разводится 1:20, одна часть раствора и 20 частей воды. Так, далее идет у нас гель для удаления теневых изображений. Так, ну это щетка, губка, ветошь, тряпка, любая тряпка и пачка дешевых салфеток. Ну, конечно же, вода и электричество. Так, для начала удаляем весь скотч, которым мы обклеивали пробельные места. Так, теперь нам надо удалить краску, остатки краски. Для этого берем смывку, слегка побрызгали. Так, с обоих сторон. Все, ждем минуты 2-3. Смывка начнет растворять краску. Так, все, краска у нас растворяется. Берем салфетку и удаляем. Так, также можно с двух сторон. Берем две салфетку, одной прижимаем и второй протираем. И у нас краска впитывается в салфетку. Все, в принципе, уже можно производить регенерацию. Краску мы смыли. Так, после того, как мы удалили всю краску, смочить водой, все. После этого берем смывку, раствор смывки эмульсии, и наносим ее полностью на весь слой. С обоих сторон. Так, все, оставляем на минуты 2-3. Так, все, прошло 3 минуты. Ставим рамочку под углом. Снимаю на улице, потому что в доме не развернешься и снимать видео. Так, в основном я это все делаю, когда тепло на улице, когда погода плохая, то, естественно, в доме. Все, начинаем смывать.
готово. Так, сразу рамочку протираем. Тряпочка, чтобы она у нас влагу не впитывала. Все. Так, теперь смотрите, что такое теневые изображения. Так, если на видео видно, вот осталась как бы тень, да? Это и есть те самые фантомные изображения, которые также нужно удалить. Так, для удаления теней я использую смывку и также гель для удаления теней, специальный гель. Так, описание я потом выложу под видео. Так, для этого берем смывку и слегка разбрызгиваем ее на теневые изображения. Смывка для краски. Так, следующее. Берем гель. И буквально хватает капельки на одну рамочку. Все, и начинаем совместно со смывкой. Растираем, как бы соединяем два средства, смывку и гель. Гель для удаления теней. Так, хорошо, нанесли. Подождали минуты две. Минуту. Так, берем щетку и слегка растираем. Печатно и с ракельной стороны. Берем губку и с усилием все это дело растираем. Так вот, если видно, то покрасилась пена, покрасилась, значит, у нас что-то там смывается. Так, все, теперь смываем это напором. Все, теперь после таких нехитрых манипуляций, если посмотреть, у нас все теневые изображения исчезли.